МЕ разделить на ЕН. Это МЖ разделить на ЖК. Отлично. А это что? Смотрите внимательно. Здесь прямая. Есть параллельная ей прямая. Здесь отношение двух отрезочков равно, говорите, ДО к ОВ. Совершенно верно. ДО к ОВ. Ну хорошо. Значит, это отношение, в котором точка пересечения диагоналей разбивает диагональ БД. А вот теперь нужно наоборот взять отрезок НФ и разделить его на FM. Поехали. NF делим на FM. Ребят, мы смотрим, здесь смотрели, в каком отношении эта точка бьет вот этим, да? А теперь наоборот, в каком отношении эта точка бьет. Может ли кто-то аналогично мне сказать? Вы точно написали два равенства. Можете ли вы произнести похожие равенства? Да, пожалуйста. Итак, когда делишь вот это, то это то же самое, если вот здесь поставить какую-нибудь точку, давайте точку H, то это будет то же самое, что отношение LH к HM. Я не знаю, понятно это или нет. У нас же, как фактически проходит, у нас есть треугольник, и в нем есть прямая параллельная стороне. Итак, вот это вот NF к FM, это LH к HM. LH к HM. Замечательно. Так, и теперь, чему равно отношение LH к HM? Вот уже из этих двух треугольников, из такого и из такого. Итак, как относится вот этот отрезок к этому? Если посмотреть на диагональ, то как это будет происходить диагональ? СО, совершенно верно. H соответствует СО, а адрес по HM соответствует что? Пишу. СО к ОА. Вот. А теперь очень важная штука, ребят. Посмотрите, пожалуйста, сюда. На самом деле это одно и то же отношение. Давайте посмотрим, почему это так. DO к OB это CO к OA. Что такое DO к OB? Это на самом деле во сколько раз вот этот треугольник меньше вот этого. Согласны? Вот есть вот такой треугольник и такой. Они очевидно подобны. Потому что вот этот угол равен этому, этот угол равен этому. Значит, DO к OB это коэффициент подобия вот этого треугольника. Вот этого. Замечательно. И значит, эти отрезки что относятся так же. Это коэффициент подобия этих двух треугольников. Теперь посмотрите, пожалуйста. Мы начали вот с этого отношения, МЕ к ЕН. После этого равно, равно, это равно, равно и равно этому отношению. Что это значит? А это значит, что фактически отрезок МН разделили в одном отношении с одной стороны и в таком же отношении с другой стороны. Ну, значит, эти отрезки действительно равны.